Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Ми зустрілися з вами на перехресті, щоб обговорити тему, як на мене, знакову для першого випуску нашої передачі. Тему, яка давно вже турбує сумчан – ситуацію навколо громадського транспорту в місті. Розібратися в цьому нам сьогодні допоможе громадський активіст Олександр Соколов. Ми також надсилали запрошення Андрію Баранову та Сергію Яковенку, але виходячи з їхніх відповідей, міська влада не готова до публічного обговорення даного питання. Не з'явилися також в студії представники перевізників. Для початку пропоную переглянути сюжет, який ми підготували для вас. Останні 4 роки в Україні ознаменовані глибокою соціально-політичною кризою. На Сході продовжується збройне протистояння, як наслідок – падіння економіки і різке зубожіння населення. Ціни на товари і послуги постійно зростають, і це викликає бурхливе невдоволення у громадян. В свою чергу представники бізнесу нас переконують, що здорожчання є виправданим, і їм самим нелегко виживати за умов абсолютної нестабільності. У місті Суми чи не найгостріше соціальне протистояння відбувається навколо транспортного питання. Від мітингів і флешмобів активісти перейшли до більш радикальних дій. Це і димові шашки, і бійки між депутатами та активістами, і акції сміттєвої люстрації міського голови. Владі все ж дається поступово, але впевнено проводити через виконком питання підвищення вартості проїзду в сумських маршрутках, що безумовно викликає хвилю критики з боку громадськості. Суспільне невдоволення зростає, а очільники міста, складається таке враження, відсторонилися від пошуку конструктивного діалогу, залишивши сам на сам перевізників і сумчан в їхньому протистоянні. Отже, пане Олександре, враховуючи те, що інші гості студії не з'явилися сьогодні, будемо вважати, що я є вашим опонентом. 16 січня виконкомом було підвищено вартість проїзду в комунальному транспорті до 3 гривень 50 копійок в автобусі і до 2 гривень 50 копійок у тролейбусі. Тобто, варто очікувати того, що, власне, підвищиться вартість проїзду і в сумських маршрутках. Як ви гадаєте, чи буде підвищення? Знаете, от этой власти можно ожидать и повышения до 10 гривен, и до 100 гривен, чего угодно можно ожидать. Вопрос состоит только в одном. Законно ли происходит это повышение? Обосновано ли? Вот для того, чтобы понять, обоснованно или законно, нужно всего лишь ничего. Это открыть нормативные документы, которые регулируют как бы поднятие или изменение тарифов на перевозку. Вот почему-то власть и перевозчики упорно не хотят открывать эти документы и читать, что там написано. А написано там очень просто. Кроме затратной части, которую они постоянно в публичной плоскости рассказывают, что повысилась зарплата, повысилась стоимость расходных материалов, топлива и так далее. Да никто же не спорит, что она повысилась. Вопрос в другом. А вторая величина – количество перевезенных пассажиров. Почему? Вот, никто... Є розповсюджена думка щодо того, що інтереси перевізників представляє і лобіює сам міський голова, деякі члени виконавчого комітету. Я чесно на этом исполкоме, на котором повышался тариф на комунальный транспорт, прямо перед Лысенко и сказал, что Александр Николаевич, за последние несколько лет я думал, что вы станете настоящим мэром, который будет заботиться и отстаивать интересы сумчан. А вы как были маршрутчиком, так и остаетесь. И я считаю, что это не оскорбление, это, знаете, уже очевидность. Але ж влада переконує нас в тому, що зберігаються пільги для таких категорій, як пенсіонери. На державному рівні вже ці пільги не діють, але в Сумах вони діють, і про це постійно мэр говорить. А я всегда говорил по теме транспорта, в том числе и летом, кто помнит. Они же постоянно, принимая решение о повышении стоимости проезда, прикрываются или пенсионерами, или школьниками. И в данном случае не исключение, снова цинично прикрываясь школьниками, которым установили льготы там, на проезд с 1 по 11 класс, они протягивают незаконные решения. Причем они это делают осознанно. Они даже во время того, как обговаривали этот проект решения, они даже сами себе противоречат. Говорят, а мы не верим тому количеству пассажиров, которое заложило коммунальное предприятие «Электроавтотранс» в стоимость тарифа. Так если вы не верите, почему вы руки поднимаете? Ну, какая-то логика должна быть в этих действиях. А у них ни закон,
на их стороне не присутствует, ни судебные решения на их стороне тоже не присутствуют, и логики в их действиях тоже нету. До речі, я знаю, що ви подавали в суд на рішення виконавчого комітету щодо окремих перевізників. Взагалі, на чому закінчилася справа, розгляд цієї справи? По некоторым перевозчикам дело находится в апелляции. Как только мы проходим апелляционную инстанцию, они будут обязаны в случае нашего выигрыша, конечно, возить по старому тарифу 3 гривны. И чем вы оперуете? Сейчас я продолжу. И вы думаете, почему именно выносится решение о повышении стоимости проезда именно сейчас? Потому что они знают, как только пройдет апелляция, если не будет нового решения для перевозчиков, или о 4 гривнах, или о 5, они будут вынуждены возить по 3. А касаемо аргументации, почему, на что мы опираемся, ну, во-первых, предыдущие решения были приняты с нарушением процедуры. Я просто не буду людям морочить голову, как говорится, потому что это сложные юридические там термины. Там, эти решения являются регуляторным актом. И поэтому они должны приниматься строго по процедуре, установленной законодательством. А они принимались не как регуляторные акты. То есть нарушена процедура. И самый главный аргумент, который я указывал в иске, это что нарушена методика расчета тарифов, а именно не проведен подсчет пассажиропотока. Вот как раз про пассажиропотік хотелось поговорить и спросить у вас, кто взагалі повинен его исследовать и за какой методикой? Я подготовился к передаче, вот у меня есть целая папка по транспортной тематике города. Вот, в частности, наказ Министерства инфраструктуры Украины, которая регулирует вопрос подсчета пассажиропотока. И здесь пункт 2.3 гласит следующее, что обстеження пассажиропотоків забезпечиться відповідними організаторами пасажирських перевезень. Організаторами пасажирських перевезень є влада, а виконавцем цих пасажирських перевезень є перевізники. Тобто влада мала забезпечити підрахунок пасажиропотоку. Вона це не зробила. И дальше, как часто же нужно делать пассажиропоток? Вот если бы у нас был представитель перевозчика, он бы сейчас сказал, а у нас он посчитан в 2011 году. Так то, что посчитано в 2011 году, уже поезд уехал давным-давно, потому что согласно этой же методике говорится, что исследование пассажира, подсчет пассажиропотока комплексно делается не менее, чем один раз в 3 года. То есть с 2011 года уже прошло много времени, и пора бы уже обновить этот подсчет пассажиропотока, потому что ситуация в городе у нас меняется, у нас закрываются многие предприятия, то есть миграция пассажиропотока изменилась в городе, это очевидно. То есть люди в одну часть города, возможно, уже не едут в таком количестве, как ездили раньше. И это все нужно изучать, от этого отталкиваться при разработке той же транспортной схемы. Кожного разу, коли відбувається обговорення вартості проїзду, громадські активісти готуються до нього як до бойових дій. Ми це бачили в нашому сюжеті, і хотілося б дізнатися, наскільки далеко може дійти громадськість, відстоюючи свою думку. Ну, яркий пример. Я каждый раз прихожу на исполком и прошу предоставить мне возможность выступить. На что мне постоянно отвечают: мы дадим вам выступить, но в конце. Потом приходит этот так называемый конец, они голосуют так, как им надо, и расходятся. Говорят, ну, тебе не нужно выступать, чтобы люди не узнали, я так считаю, правду. Вот. А правда заключается, еще раз хотел бы акцент сделать, чем выше пассажиропоток, тем меньше тариф. И на вопрос, почему вы не хотите исследовать пассажиропоток, потому что если мы исследуем, и окажется, что количество пассажиров гораздо больше, чем они декларируют, перевозчики вместе с властью, то возникнут вопросы. А куда же тогда деваются деньги, поступающие в коммунальное предприятие «Электроавтотранс» с автобусов и троллейбусов? О каких убытках тогда могут говорить перевозчики, если количество пассажиров гораздо выше, чем они декларируют? Вот основной показатель, к которому лично у меня есть вопрос, и на этот вопрос мы не можем получить ответа. В то же время власть еще весной этого прошлого года обещала, что мы обязательно проведем пассажиропоток. И какой результат? Прошло полгода. Да что говорить, эта тема уже обсуждается на протяжении последних там 5 лет. Так никто пассажиропотоки не посчитал. Но при этом упорно повышают тарифы.
От хотілося б до вас задати питання, чи самі ви їздите в маршрутках? Адже, як відомо, ви людина заможна, вам закидають часто твердження про те, що ви їздите на дорогому авто. От звідки береться це бажання відстояти саме тариф 3 гривні, 4 гривні, не дозволити владі піднімати їх? Почему вообще я активно занялся общественной деятельностью? Потому что мне просто надоело смотреть на тот беспредел, который происходит в городе. Почему-то никому из чиновников, из перевозчиков закон не писан. В то же время моя семья всю жизнь живет по закону. Мы всю жизнь занимаемся бизнесом, мы всю жизнь декларируем доходы. То есть моя декларация, даже есть в интернете, любой человек может ввести в поисковой системе декларация Соколова, город Сумы, и он ее увидит. У меня чистейшие доходы, и естественно, учитывая это, я имею право ездить на дорогом автомобиле, на дешевом автомобиле, покупать то, что мне бы хотелось, потому что это зарабатывается, это не воруется. Я плачу налоги, именно тем чиновникам, которые сегодня сидят в исполкоме и позволяют себе не предоставлять мне слова, голосовать против закона. А зачем тогда возникает вопрос мне платить налоги? Кому? Им платить налоги? Этим ворам, на мой взгляд, которые не уважают ни мнения людей, не уважают тех людей, которые зарабатывают деньги для этого города. Вот почему я стал на защиту прав и интересов всех сумчан. Более того, мне очень, знаете, обидно смотреть, что почему-то не так много людей проявляют активную позицию. Такое впечатление, что это касается только Соколова, там, Иванова или еще кого-то. Нет, это касается всех людей. Я в каждом выпуске, во всех выпусках, во всех передачах призываю людей бороться за свои права. Але ж на барикадах ми бачимо в основному одні і ті ж самі обличчя. От більшості сумчан таке враження, що взагалі не турбує питання, буде 4 гривні вартість проїзду маршрутки, чи 5 гривень, навіть 6. Тобто людям абсолютно все рівно. Ну, знаєте, я все-таки вірю в те, що людям не все равно. Скорее всего, они розуверились в тому, що можна змінити життя к лучшому. А я своїми примерами от, обращаю в суд, пытаюсь доказати, що нет. Все-таки, если проявлять настойчивость, если бороться по-настоящему, то результаты могут быть. Да, существуют разные факторы, на которые мы не можем влиять. И, возможно, в каких-то моментах мы будем проигрывать эти суды. Но я показываю, что все-таки, если идти к поставленной цели, то достигать можно определенных результатов. Ну, сьогодні ми бачимо, що і влада, і перевізники фактично проігнорували формат публічної дискусії. Взагалі, як ви вважаєте, чи є можливість налагодити конструктивний діалог? І що для цього потрібно зробити? Щоб, по суті, дійти спільного консенсусу і вирішити транспортне питання раз і назавжди? На самом деле, це має бути комплексний підхід з привлеченням учених. Потому что тот же вопрос подсчета пассажиропотока, он требует привлечения этих ученых. И существует несколько методик. Это и табличный метод, и визуальный, и учетный метод. То есть есть даже я, вот, знаете, понимая, что, возможно, бюджет не должен тратить деньги на этот подсчет пассажиропотока. Я вызвался в качестве пилотного проекта установить в нескольких маршрутках специальные приборы, которые считают пассажиропоток. У нас, в конце концов, на дворе 21 век. И можно уже не пальцем считать, а специальными приборами. И они все равно боятся. 17 січня 2017 року був прийнятий закон, згідно якого ми можемо говорити про таке явище, як електронний квиток. Ну, звичайно, експерти говорять, що з 2019 року, можливо, запрацює ця система. Ви говорите про механізми підрахунку кількості пасажирів. Можливо, треба говорити про якусь інвестиційну програму, можливо, про якусь стратегію розвитку комунального транспорту в місті треба говорити. Як, на вашу думку, це має відбуватися? Я взагалі, знаєте, сторонник того, щоб у нас в місті розвивався тільки комунальний транспорт, а маршрутки вже використовувалися тільки в тих районах,
куда не может проехать или отсутствуют линии троллейбусные, да, куда может проехать коммунальный транспорт. Как и во всем цивилизованном мире, собственно, я, знаете, не открываю никакую Америку. Но мы все помним обещание Александра Николаевича Лысенко перед выборами. Ежегодно 10 троллейбусов, 10 автобусов. В прошлом году купили только 4 автобуса. Но не исполняется же обещание. Возникает логичный вопрос, а почему не исполняется? Конечно, сейчас они нам назовут 1001 причину, почему не исполняется. Но когда он давал эти обещания, он же чем-то руководствовался. А если он просто так, голословно, популистически, как говорится, подошел к этому вопросу, ну, тогда, получается, он некомпетентный человек в транспортной сфере. Тогда какие могут быть у него, особенно к активистам, вопросы? То есть он должен решать эти вопросы вместо активистов. А выходит, что активисты сегодня, на сегодняшний день городские, подменяют весь городской совет, который получает зарплаты, получает премии в 300% за то, что они ничего не делают. Даже более того, делают так, что лучше бы они вообще ничего не сделали. Знаете, только против интересов людей. Ось же такі думки ми почули від гостя нашої студії. Я дякую своєму співрозмовнику і нагадаю, темою сьогоднішнього спілкування була ситуація навколо громадського транспорту в місті. Залишайтеся за ТВ і до нових зустрічей на Перехресті.